Minuteman 2-2, over. Проверка дальняя состоит. Да я еще не попробовал. Только не разбейся. Не? А то я сделал видео о том, как ты разбился. Да что? Я записываю. Мавр, АТГ Форос ставит метку походу на Скорпиона. АТГ спрашивает свои два вишкарта. Сейчас у меня тут небольшая авария. Что, больше стали? Я на пару минут недоступен. Я обосрался, я обосрался. Вы не поверите, у меня стул сломался. Я сейчас на полу сижу, весь побитый. Себе только. Главное, что Рейдека не слышишь. Буквально. Так, есть мне чувство, что это последний наш поймашка. Это наша армия, значит противник там прямо позицию пошли. Потому что потом пешком. На нашей позиции уже противник. На позиции ТОП. Куда эвакуировать ТОП? Наверное. На северо-восток. 100%. На Либерку там. Чуще 2Х, М2 туда. А, хорошо, понял. Если мы на них едем. АТГ, прием. Мы восточные Игры. Мы уже приехали. Штаб на сайт, прием это. Собственно говоря, вот. Да. Можешь там спуститься на северо-запад. А, значит, займите бункер, максимум 2 человека. Окопы, 2 человека. И разведка, 2 человека на запад. Мне, значит, нужно в бункере, значит, мне нужен Грозный. Слон, вы в бункере, разложите здесь НСВ где-нибудь поблизости. Значит, на разведку я сейчас схожу, у меня бинок один на запад. Я буду докладывать что-то. Остальные займите позиции где-нибудь здесь. Разложите НСВ, наблюдайте юго-запад, юг, потому что сзади нас противник был. Все, я на готов опять.